привет, дорогие подписчики и гости моего канала. На связи снова Дровивка, продолжаем с вами играть в War Robots. И сейчас будем с вами играть на временной карте, которая называется Маскарад. Здесь опять появились новые роботы. И самое прикольное то, что здесь роботы, каждый бой они отличаются. Я пока даже не понял, сколько всего там роботов и какое там вооружение, потому что сейчас два раза сыграл, и все время почему-то разное. Так, ну ладно, начнем. Чуть потише сделаем. Так, Falcon, Bulwark, Inquisitor, Griffin и Leo. Ну, давайте, наверное, начнем с... Даже не знаю, блин, в тот раз у Inquisitor другое было оружие. Короче говоря, сыграем с вами, сделаю два ролика. То есть... Так, ладно, пойдемте. Вот у нас Leo. А, так не попадает. Понятно. Как он попадает-то? Ну, пойдем поближе отсюда. Блин, прикольно вот эти пушки у него. Прямо пулеметы и эти такое. Как зенитка. Только быстро расходуется что-то. Нифига себе там мясо. Ого, отлично. Так, ладно, давайте здесь посмотрим, что здесь у нас. Блин, стреляет оно нормально далеко. Именно вот это вот, которое второе оружие. Блин, урон хороший прям такой. Все, где там у нас еще? Блин, да, такое бы оружие было бы классно иметь. Кто там стреляет, пищит? Ну все, сейчас его уделают. Блин, нормально он стреляет, конечно, да. Подвисает маленько. Урон такой хороший, единственный на это оружие. Плюс еще эти, как вот, пулеметы эти, они, конечно, дают нормальный урон. Есть. Есть. Обездвижен. То есть он и обездвиживает, и при этом еще и стреляет нормально. Так, что у нас там пока выигрываем? Блин, там сверху идут. Сейчас сверху пойдут. Так. Блин, не, нормально, нормально выносит. Только у меня что-то подвисает она. Наверное, у меня там... А, у меня там игрушка выгружает сейчас. Ух ты, блин, сколько их там еще дальше. Блин, долго чуть-чуть не хватило перезарядить. Что там где-то вон еще один. Эх. Так, ладно, давайте пойдем вперед туда. Решил скачать опять заново Shadow Gun Legends, потому что заметил, что там появилось что-то много нового интересного. 3 месяца прошло, правда, но вот сейчас начнем опять возобновим эту игру. Отлично. Ой, он тут идет. Да, мы пойдем сюда. Так. О, все, скачалось. Все будет полегче. Так, ладно, спрячемся пока от этого. Блин, не успел. Что-то я только на одном роботе поиграл. Ну ладно. Ну отлично. То есть пулемет, получается, его обездвиживает,
А эта зенитка, она как бы, блин, урон такой нормальный. Блин. Так, что там, давайте эту. А, все уже. Блин, только один робот посмотрели. Ну ладно, мы сейчас с вами тогда... Не знаю, или дальше, давайте дальше. По-быстрому, следующий посмотрим. Не, прикольно, здесь роботы, плюс тут как бы вот хэллоуинская типа тема, поэтому они обновлены в плане цветовой гаммы. Так, ну давайте, наверное, так, Лео, вот видите, а теперь другие у него оружие, другое оружие у Лео. То есть в тот раз было другое, в этот раз тоже. Это, короче, оно замедляет. Это приносит и урон, и замедляет. Вот тебе на... Нифига себе, сколько жизни сразу забрали. Нормально. Нифига себе, вот это он меня быстро вынес, нормально. Так, давайте этим собираем. Так, вот у невидимка. Что-то еще здесь есть. Нормально, блин, тут двух раз уничтожил. Ну, понятное дело, что я его до этого мочил. Ого, там какой таракан ползает. Нормально. Нормально. Я тут один остался, так вам пока смотаемся отсюда. Не, естественно, надо каждому оружию надо это такое, так сказать, пристреливаться. Блин, не я опять не стою. Ой, блин, клышка задрала, а? Ни одного, блин, не могу никого найти. Так, а ну-ка, вон там идет чувак. Блин, чуть-чуть. Ну ладно, я по крайней мере помог. Так, ладно, что там? Ой, у нас с этой стороны, да, чего что-то бегает. Вот он, красненький ходит тут. Перезарядка долгая. Я не понял, как это заплатили быстро. Ой. Ну, урон у него нормальный, то есть вот эти вот оружия у него, конечно, классные, боковые которые. Отлично. Там, где там? Есть. Так себе. Прыжочек, пожалуйста. Вот и защита есть. Блин, как и делать. Сюда в разы. Посмотрите. О, давайте это я так попробую. Никогда у меня его не было. Посмотрим, как он сюда скажет. Вот у нас паук. Супер покраской. Нормально. Ой, блин, он прям здесь. Ну и все, не умирает он ни хрена. Эх ты. А, я ему хит сломал. Так, ладно, дальше пойдем. Да все, победили, походу. Да, посмотрели с вами еще часть роботов. Не все кровавы получается использовать. Ну, попробовать, потому что не всегда, короче, проигрываем быстро очень. Ну, я думаю, давайте с вами еще одну сыграем. Стычка временная. Сейчас другого попробуем. То есть, прикольно. То есть, где-то у них получается 10 роботов новых. То есть, с разным оборудованием. Вот здесь опять другие роботы.
Лео тут. А, нет, Лео. Да, Лео, по-моему, с другим оружием сейчас. Да, Лео с другим. То есть три вида уже оружия. Нифига себе, нормально так. Так, ладно, пойдемте туда. Сейчас за моя заруба будет на мосту. Нифига себе. Да, нормально такая заруба. Нифига себе там. Так, ладно, спрячемся пока. Да, блин, пулемет вроде такой. Давай, 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 пока щита нет у него. А, получилось. Блин. Так не работает. Кто тут у нас, таракан? Да, таракан. Нормально. Спрятались. Спрятались опять. Еее, отлично. Правда, не мы делали, но... Есть. Ну что ты ходишь тут, балда? Есть. Так, еще один носик. Отлично. Так, надо идти вот сюда. Вот, смотрите, там сверху. Так, быстро. Где он там, понял? Ну, так и делают, естественно. Чё ты тачку-то не взял, балда? Есть. Всё, тачку захватываем. Блин, какая же у него это? У него хоть как бы получается это оружие быстро заканчивается, но при этом оно очень мощное. Оно сразу прям. Если оно попадает, то попадает в цель точно. Эх ты, черт, чуть-чуть, да, не хватило? Чуть-чуть буквально. Ладно, этого нам сломали уже, фиксим. Ну ладно, ломай, ломай, ломай. Тут другого возьмем. Так, это хороший был, да. Так, давайте вот эту возьмем. Фалкона, стрелками, что-то такое у него. А, это который это такого. Который тормозит роботов. Нифига себе, сразу тремя. Блядь, нормально. Еще кто там? Да, обезвиживает он. Блин, сейчас уделает меня. Блин, уделал, зараза. Так, ну давайте Наташу попробуем. Да, стреляет Наташа, конечно, только по прямой. Не попадает вообще никуда. Это летел, отлично. Блин, прикольное оружие. То есть оно не очень небольшой у него урон, но при этом. Блин, надо захватывать эти. А, молодец, пошло захватывать, отлично. Есть. Блин. Уничтожили. А, черт. Мне ноги сломали. Эх ты.
Ну, в принципе, мы сейчас с вами, значит, получается, все посмотрим робота, потому что что-то убивает, прям он не горит. Эх, тут что-то не получилось. Хорошо. Блин, меня сверху стреляет, уроды. Скотина такая. Сверху стоит, конечно. Ладно, сейчас мы тебя уделаем. А нет, его уже уделали сами. Это у нас последний робот, который у нас есть. И мы с вами сейчас закончим тогда. Он вроде должен быстрее бегать, потому что он как-то бегает не очень быстро. Страшно подумать, если отпустить эту штуку, как он будет бегать. У нас двое всего осталось, обалдеть. О, батарейка зарядилась. Отлично. Ну все. Ну все, покидаем. Посмотрели с вами практически все виды роботов. Не на все покатались, но в большинстве случаев покатались. О, отлично, он прокачался, да? Тогда надо его дальше прокачать, пока время есть. Пока он идет в этом в размере в два раза быстрее, поэтому пусть качается. Так, ну все, мы с вами тогда заканчиваем на этом этот ролик. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. До новых встреч, пока-пока.